ГТО для всех. Под таким девизом минувшие выходные в спортшколе «Лидер» кунгуряки сдавали общероссийские нормы «Готов к труду и обороне». Напомним, в нашей стране комплекс действует уже 3 года. Горожане активно включились в программу и пробуют свои силы в сдаче нормативов. Это доступно каждому. Необходимо только лишь пройти процедуру предварительной регистрации. Без малого сотни жителей Кунгура в возрасте от 18 до 69 лет решились побороться за золотые значки ГТО. За один день участникам предстояло сдать сразу 8 испытаний. Среди них отжимания, прыжок в длину, пресс, рывок гири, подтягивание на высокой и низкой перекладине, наклоны тела и плавание. Задания хоть и нелегкие, но практически все уложились в нормативы, оговоренные для их ступени. Но на этом испытания не окончены. Значок «Готов к труду и обороне» сможет получить каждый участник после удачной сдачи всех норм. Уже в мае их ждут беговые виды метания и стрельба.